В Омске задержали 20-летнего наркокурьера. Он торговал запрещенными веществами через интернет-магазин. Во время досмотра полицейские обнаружили у парня 10 вакуумных пакетов с 2 килограммами марихуаны. На допросе задержанный рассказал, оптовую партию наркотиков взял из тайника в Кормиловском районе. Ехал домой, чтобы расфасовать товар. Говорит, такой объем веществ кураторы незаконного бизнеса доверили ему впервые. Отметим, Амич был судим уже 4 раза. Теперь возбуждено еще одно уголовное дело. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Понятые, обратите внимание, внутри полимерного пакета находится вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Переписка с куратором, в которой описаны преступные действия. Здесь же адрес, да, получали? Да.